здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Об. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор льняного масла. Льняное масло – это незаменимый и важный продукт. Использование масла на постоянной основе улучшает работу организма, что предотвращает многие заболевания. Масло льна производится с помощью холодного прессования. Благодаря этому масло сохранило свои целебные качества, которые используют в профилактических целях. Масло имеет два цвета – коричневый и золотистый. Масло занимает самое высокое место среди множества других растительных масел, которое содержит важные вещества для организма. Льняное масло имеет большое значение в питании женщины. Оно способствует профилактике состояния волос и кожи, восстанавливает нервную систему, значительно улучшает зрение. Масло льна в косметике имеет такие свойства. Широко используется в составе косметики для волос, увлажняет и питает кожу головы, обогащает волос всеми полезными витаминами для роста и блеска. Масло льна успокаивает раздраженную кожу, в составе крема питает и увлажняет кожу. В чистом виде можно использовать как лосьон после принятия ванны. Данное масло отлично заживляет раны и порезы, поэтому, используя его для кожи, вы получаете средства от обезвоживания. Многие маловары используют масло льна для мыла с нуля. Вот в такой бутылочке мы отправляем масло льна нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!